Ну, во-первых, голов не хватило, а в целом не получилось. У нас комбинационная игра, катастрофическое количество брака было сегодня. Сейчас очень сложно объяснить, но будем разбираться, почему у нас так получилось. С чем связан перевод Сабека Ширатова на левый фланг обороны? До этого в первой части сезона играл в центре обороны. Ну, у нас есть кому играть в центре обороны. Центральные защитники справлялись. Курсант слева неплохо выглядит. Он, в принципе, такой футболист, что может сыграть и на фланге, и в середине. Сейчас он играет на фланге. В принципе, все нормально.